Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вновь выйти в эфир с информационным блоком от Славянской Церкви Адвентистов Седьмого Дня здесь, в городе Сакраменто. Несколько слов о жизни и служении нашей Церкви. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому приглашаю вас не пропустить это служение и молитесь, чтобы Дух Святой использовал меня как орудие в своих руках для того, чтобы донести запланированную весть. Хочу также напомнить, что уже в это воскресенье вас ждет ярмарка добра, которая будет проходить на территории нашей церкви. Эта встреча будет с 3 до 6 часов после обеда. Вас ждет юридическая консультация, консультация у врача, консультация социального работника, программа для детей, вкусные угощения, приятное общение. Также вы сможете взять для себя нужные для вас вещи или что-то купить полезное. То есть я очень надеюсь, что это время, оно будет большим благословением с разных сторон для каждого из нас. Поэтому ждем всех вас, дорогие друзья, и ждем вас с вашими друзьями и знакомыми, которые получат какое-то благословение от этой встречи. Так что приглашаем вас, напоминаю, в воскресенье с 3 до 6 часов после обеда. Также хочу сказать, что у нас идет регистрация на периодическую литературу на 2024 год. То есть, если вы хотите получать в печатной форме «Утренний страж», «Уроки субботней школы», газеты, журналы, вам нужно заполнить форму, которую вы можете найти возле доски объявлений в коридоре, и отдать ее Оксане Демчук, которая отвечает у нас за периодическую литературу. Тогда вы можете быть спокойны, что в следующем году вы будете получать все книги, журналы, газеты, которые вы хотели бы. Хочу также сказать вот еще, что в субботу, 21 октября, мы начинаем курсы подготовки к крещению. Но эти курсы будут особенные. То есть они будут проходить в формате евангельской программы со слайдами, с презентацией. Поэтому мы приглашаем на эти курсы не только тех, кто хочет заключить завет с Господом, но и всех тех, кто хотел бы пригласить друзей и знакомых, которые интересуются Библией, но вы переживаете, что не сможете в полной форме объяснить им принципы вашей жизни и вашей веры. Поэтому давайте сделаем эту программу как евангельской программой. Приглашайте, еще раз повторюсь, друзей и знакомых, приходите сами. Встречи проходить будут каждую субботу, начиная с 21 числа, с 5 часов вечера. Так что ждем вас, не пропустите эту возможность. Хочу опять напомнить, что многие из наших домашних церквей уже работают. И если вы хотели бы присоединиться к одной из них, обращайтесь по номеру телефона 916-572-9711. Это тоже очень благословенная возможность пообщаться друг с другом, завести новых друзей, узнать что-то больше о жизни, духовных опытах тех, кто вместе с вами, исследовать Священное Писание. Так что, друзья, не пропускайте эти возможности принять участие в наших домашних церквях. Также хочу напомнить, что у нас оформлен, или как сказать, организована работа СМС-портала. Я уже много об этом говорю, но это очень хороший способ, чтобы не пропустить информацию из жизни и служения нашей церкви. Поэтому, пожалуйста, для регистрации на этом СМС-портале вам нужно выслать СМС-сообщение со словом «Маранафа» на номер телефона 888-814-6982. Я уверен, что этот способ передачи информации тоже будет большим благословением для каждого из вас. Мы прожили первый месяц в новом бюджете. Весь сентябрь – это уже был новый бюджет. Я хочу от всего сердца поблагодарить тех, кто искренне переживает о жизни и служении нашей церкви, кто поддерживает ее своими финансами. Нам удалось закрыть наш бюджет за прошлый месяц на 95%. Спасибо большое за вашу поддержку, но мы чуть-чуть не дотянули. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы эффективно распределять ваши пожертвования, сделайте следующее вот в ваших планах. Весь ваш месячный бюджет пожертвований разделите на 3 части. 2/3 из них должны быть пожертвованы в бюджет местной общины. Я вам хочу сказать, что это не я придумал, это библейский принцип. И если вам это интересно, напишите, я обязательно вам это покажу, где это написано, где об этом идет речь. 2/3, они должны быть использованы для поддержки служения местной общины, членом которой вы являетесь. Поэтому в конверте подпишите эту сумму на
местную церковь или местный бюджет. Или если это конверт, который вы берете в церкви, то там написано Church Budget. Точно такая же графа есть и в форме онлайн пожертвования. А одну треть ваших пожертвований вы можете использовать как целевые пожертвования. И уже сами решайте, кому вы хотели бы помочь, кого поддержать, может какой-то отдел конкретный или какой-то проект. И это тогда будет самым большим благословением для всей нашей церкви. Мы сможем в полной мере реализовывать все те проекты, которые планируем. Отделы могут работать в полной мере. И мы можем не только работать, но и возрастать, строить новые планы для будущих служений. Поэтому еще раз очень благодарен вам за то, что вы заботитесь, поддерживаете нашу церковь. Пусть Бог щедро воздаст вам за ваше пожертвование и за ваше участие в деле Божьем. Хочу также напомнить вам о наших молитвенных просьбах. Мы продолжаем молиться за Валентину Жигайло, за Таню из Закарпатья, за Ларису Подоляка. Наверное, никто не оставил без внимания ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке между Израилем и Иорданией. Очень жаль, что таких горячих точек, открытых конфликтов становится все больше и больше на нашей планете Земля. Пожалуйста, молитесь за тех людей, которые там страдают сейчас. Очень хотелось бы, чтобы это все закончилось. Пускай Бог утешит тех, кто потерял родных и близких, и даст мудрости властям, как разрешить эту проблему. И, конечно же, сохранит каждого из нас от войны, от беды, горя и несчастья. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за Украину, так как для многих из нас это наша родина. За Украину, за Россию, потому что с той стороны тоже гибнут люди. И хотелось, чтобы все могли принять правильное решение, чтобы эта война прекратилась как можно раньше. Поэтому, пожалуйста, помните все это в ваших молитвах. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это книга Притчи, 14 глава, 9 стих. «Глупцы смеются над приношением за вину, а к праведным Божье благоволение». Очень странный текст на первый взгляд. Но на самом деле речь идет, знаете, о чем? О том, что глупцы смеются, когда люди каются и признаются в своих ошибках. Они считают это слабостью. Ты должен быть сильным, поэтому если даже ты ошибся, этого никто не должен видеть, никто не должен знать. Но Библия говорит, что когда мы праведны, то мы приходим к Богу с нашим раскаянием. Мы приносим жертву за вину. А Бог всегда благосклонен к тем, кто признает свои ошибки, кается в них и стремится к лучшему, к тому, чтобы отображать Божий характер в своей жизни. Поэтому пускай Бог каждого из нас благословит, чтобы в своей жизни мы всегда могли видеть промахи наши, ошибки, просить за них прощения. Я уверен, Бог даст силы побеждать эти ошибки, двигаться дальше, духовно возрастать. И это единственный путь к налаживанию отношений друг с другом и с Богом. Всего наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем богослужении в эту субботу в церкви или же в прямом эфире.